Это случается совершенно внезапно. Ты приходишь домой, в парк, знаешь, что у тебя очень много времени, и ты можешь посмотреть любимые сериалы, которые вышли в этом октябре. Ты готовишь себе вкусняшки. Готовишь уютное местечко. Устраиваешься поудобнее, делаешь первый глоток своей вкусняшки. Включаешь ноутбук. Я назвал это «Конец». И тут ты забываешь, что у тебя последний курс, и тебе надо писать диплом. Эх, жизнь боль.